Решить вопрос с компенсацией за услуги ЖКХ семье Юдиных помогли современные технологии. Когда вывоз мусора стал считаться отдельной коммунальной услугой, компенсация не поступала. Хотя у семьи есть льгота. Заявку региональному оператору решили отправить через соцсеть. Очень быстро нам пришел ответ, что наш запрос поступил в обработку. И уже вот в ноябре месяце, то есть получили возмещение льготы. Мы пенсионеры, так что нам все надо. Это выгодно, удобно, конечно, хорошо. Спасибо, что это дело, внедрили. С вопросами к региональному оператору можно обращаться и по телефону. Заявки на корректировку данных и оформление льгот поступают в специальный отдел. В день сюда приходят до 1500 разных обращений от жителей региона. Расчетный отдел занимается формированием лицевых счетов, начислением, перерасчетами, выгрузкой, начислением и оплатой в Министерство социального обеспечения. Также формированием квитанции и для последующей доставки потребителям. Всего за последние 2 месяца к региональному оператору поступило более 70 тысяч обращений. Раньше большинство вопросов касалось корректировки данных в квитанциях. Сейчас все чаще обращаются, чтобы открыть лицевой счет и своевременно оплачивать вывоз мусора. Лариса Шлафаст, События.